Строительство крематория в районе спиртзаводского тракта начали в прошлом году, а закончить должны были в этом. Но несмотря на ведущиеся работы, запустить его смогут только летом. Но вины застройщика в этом нет. Сам крематорий на финальной стадии строительства. Рабочим осталось доделать крышу и установить оборудование. И тут появляется проблема. Оборудование у нас задерживается в этом году. Оно делается индивидуально. У них заказов очень было много в этом году. Ну и как бы задержали, получается, с нашим оборудованием. Оборудование делается полгода одно. И из-за этого произошла задержка. Но изготовить это только первая часть. Его еще нужно доставить. И с этим тоже есть проблемы. Его холодное время не транспортируют. Его будут транспортировать в теплое время. И это получается весной. И в этом году мы не успеваем открыться. Мы откроемся в июне 2020 года. Но несмотря на отложенные сроки запуска крематория, он все же появится. Однако мнение горожан в его необходимости не совпадает. Не то чтобы я прямо руками за обеими, но я не против. Каждый человек выбирает, каким образом ему отправиться в мир иной, в каком виде. Мы выросли, росли, воспитанные так, что все-таки земле предавать людей надо. Пока крематорий не появится, основная нагрузка будет идти на городские кладбища. Однако новые захоронения проводят только на Южном. Его из-за нехватки мест расширили в этом году на 7 гектаров. Завтра на территории кладбища откроют колумбарий. Антон Симонов, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ.